Нонен вагина. Нонен рота когорта. Мендоза, ты чего поришь? Пойдем давай. Вечеринка продолжается. Так вот что, эти твари, чуваки стрёмные, среди них попадаются и умники, так что держи ухо востро. Знаю я таких лётчиков, по выходным тусуются в лесу, чтобы в Рэмбо поиграться. Спокойно, мы идём всё разведать. А слова свои в банки засунь, которые я до сих пор не видел. Давайте ему хотя бы первую помощь окажем. Убейте меня! Тихо ты! Никто никого не убьет! Ха, мы тебя быстро залатаем! Святоша! Меткий подонок! Хоть и сам не подозревает.
падают самолеты на эту территорию. Почему дирижабль наш упал? И почему твой самолет сейчас рухнул и разбился в дребезги? Ты можешь нам это объяснить вообще? Мы летели сюда исследовать в этом квадрате аномалию. Но, скорее всего, аномалия разрослась, и мы угодили под ее воздействие. Я подозреваю, ты не из простых. Откуда прилетел? Больше я вам сказать не смогу ничего, ребята. Информация строго секретна. Единственное, что, по нашим данным, любой человек, находящийся в этой местности, больше не жилец. Неделю назад мы Эль-Пастор, Пазале кушали. А теперь все перевернулось. Да, я тоже не сразу допетрил. Зато ты видишь вулкан. Ха, какой вид, а? Ребята, я вам сочувствую. Пойди неплохо, а? Какой вид. Довольно-таки паршиво. Места тут опасны. С голыми руками долго не прожить. У вас же есть оружие. Я бы не стал доверять ему оружие. Мы его только-только узнали. Оружие-то мы тебе дадим. Многие так и думают по жизни, что они в полной безопасности. Но ты знаешь, жизнь опасна и трудна. Иногда кому-то приходится и голову отрубить. Я не буду спорить. Да ладно, все не так уж и плохо. Можно заодно отдохнуть на тропическом курорте. Ну ладно, я пойду проверю ловушки. Может быть, попался какой-нибудь мохнатый зверек. Пойду отолью. А давно ли ты? Да недавно. Я же говорил, его надо было пристрелить. Ну давай, рассказывай, кого ты здесь ищешь. Профессор, стой! Объясни нам, что ты делаешь? Уходите отсюда немедленно, иначе я вас уничтожу. Профессор, стой! Не с места! Мы сломаем старые устои и пойдем завоевывать остальную территорию. Когда же мы туда зайдем? Да что же в этом чертовом вулкане? Смотрите! Ага.